Привет, всем привет. Ну что, погуляем вместе? Такая вообще просто. Смотрите, я уже просто в одном свитерочке хлопковом и все. Сейчас перейду. Погода супер. Просто супер. С днем рождения, внука. Спасибо большое. Ой, смотрите, сейчас покажу вам. Видите? Уже почки. Нашего сада больше нет, теперь хоть тут вам буду показывать. Обожаю просто все. Смотрите, уже все почистили. Уже вон листочки какие появляются. Прелесть. Чистенько и красиво. Как я люблю, все ухожено. Красота. Хочется улыбаться, когда солнышко. Я вот все время думала, почему люди, которые живут в солнечных странах, такие улыбчивые. Мне кажется, что это от того, что очень много солнца. С днем рождения, внук. Спасибо большое. Высотки красивые, да, Нагина? А вон в том районе за школой живу я. У нас двор без машин, но я-то иду сейчас не у себя во дворе. Я сейчас иду в торговый центр. Совсем в другом. А у нас, где мы живем, там двор без машин. Да. Это правильно. Очень много детских площадок разных. Спасибо большое. Тут еще и стройка есть. До сих пор строят. Вот площадки детские. Достаточно большие. Что думаете насчет закрытия Турции? Насчет закрытия Турции. Я думаю, что это политическая фигня. И я думаю, что это издевательство над людьми. Вот все, что я думаю. Потому что, как я поняла, по данным, да, статистике, что более 800 тысяч россиян оплатили отдых в Турции и собирались туда лететь, включая меня, мою семью. Вот. Что теперь делать с этими билетами, я не знаю, поскольку я так понимаю, что те, которые год назад не улетели, до сих пор еще тоже не улетели и не знают, что и как им возместят, и возместят ли. Поэтому я не знаю, что будет дальше. От того, что происходит, хочется выйти на Луну, но приходится договариваться с самой собой, чтобы просто не истерить и брать себя в руки. Вот и все. Я думаю, что если бы у нас не было за границей дочери с внуками, да, которых мы безумно хотим увидеть и по которым скучаем, может быть, я бы и легче это все переносила. Но еще есть, знаете, такое, когда тебя сначала разрешают, вот и сюда можешь,
и туда можешь, и, пожалуйста, хочешь куда лети, а потом резко ограничивают и не говорят, да, допустим, как у них можно, что сегодня еще все летели в Турцию, а завтра раз и говорят, все, больше не летите. А люди, которые билеты купили, а зачем вы продавали эти билеты? Вопросов много, понимаете, очень много. Раз не летит, то почему тогда деньги не возвращают люди? Но люди же не полетели. В общем, очень много. Сними очки. Иди, ты знаешь, куда? Что эти? Оловянный солдатик, или, не знаю, игрушка на веревочках, чтобы я под твои команды тут сняла очки, или может, еще штаны снять. Те, кто год назад оплатил Турцию, перенесли на эти майские, теперь опять сорвалось. Из Минска летите. А вы видели, кстати, мы смотрели билеты на Минск. Вы видели вообще, какие цены? Это просто... Смотрели на Ларнаку цены. Там тоже цены сумасшедшие. Кстати, тут тоже что-то начали строить. Сейчас покажу. Смотрите. Что-то здесь, какую-то площадку разровняли, заасфальтировали. Я так понимаю, что это спортивное что-то будет. Красиво. Статистику заболеваемости я видела. Если кто-то тут меня начинает учить жизни, у каждого есть свое мнение. Если ваше мнение, что это из-за коронавируса, то думайте, продолжайте так. Я сама болела коронавирусом. Знаете, что я вам скажу? Я точно так же болела гриппом где-то, наверное, лет 20 назад в тяжелейшей форме. Очень похоже, очень похоже. Но нас тогда никто не закрывал. Поэтому можете... Что угодно говорите. У меня есть свое личное мнение, я имею на него право, так же, как и вы. И я вас не учу и не говорю, что вы такое говорите. Это не из-за этого. Мое мнение – это такое. Все, можете дальше меня не учить и не рассказывать мне, как мне думать. Я думаю так, как я хочу. Мой зеленый домик где? Где? Вот этот? Желтый, который? Красивый. Мы, кстати, раньше смотрели квартиру вот в этом доме. Но тогда дом не продался наш, и мы не смогли тут купить. Вот в этом доме мы смотрели, такая квартирка прям классная была. Вы такая умничка, заряжаете своим позитивом. Все, кто пишет гадости, завидуют. 100%. Все, кто пишет гадости, они просто завидуют, правильно. Абсолютно с вами согласна. Поддерживаю. Добрый. Какая вы недалекая. Если я недалекая, то что вы тогда делаете на моей странице у недалекой? Вот объясните мне. Такая далекая на моей недалекой. Я думаю, что вы здесь сидите, потому что вам безумно любопытно и интересно, что же происходит в моей жизни. Поэтому ты тут сидишь и называешь меня недалекой. Хоть как-то самоутверждаться за счет того, что чтобы оскорбить женщину, да? Круто. Про Турцию с Ириной согласна, имеет очень такое же мнение. Ах, как мне нравятся ваши прямые эфиры. Спасибо. Я, кстати, прямые эфиры крайне редко провожу вот так в движении, да? Согласитесь, я практически постоянно провожу прямые эфиры из дома. Вот, так что впервые. Я согласна с вами. К лицу очки, спасибо большое. Это помните, девчонки, те очки, которые я забыла в ресторане? Помните? Как же классно, что ты выходишь из дома, 5-7 минут, и ты уже около огромного торгового центра. Ну, красотища. Просто красотища. Я иду в торговый центр, сейчас покажу.
100%. Та, которая написала про Харю, жалко, ты не видишь. 100%. 100% жалко. Кипр не закроют, понятия не имею. Я не ожидала, что Турцию закроют. Тут раз и закрыли. Столько людей просто пострадало от этого. Это ужас. Это рухнувшие надежды, мечты. Это рухнувший отдых на море. Это ужас, конечно. Еще говорят, будьте патриотами, езжайте на наше море. Да и без проблем. Вы сделаете отдых таким же классным, таким же доступным, как в Турции. И мы поедем. А то, что отдых на Черном море стоит дороже, чем в Турции, а сервис в разы хуже, это никто не говорит, да? Ну так соответствовать тогда надо нашему отдыху, чтобы туда все поехали. И так все поехали туда. Я посмотрела, кстати, в Сочи номер в отеле на 2 недели 300 тысяч. Это без перелета. Ну вот и считайте. И считайте тогда. Это при том, что только завтраки. Получается, что там вообще нет сервиса, все включено. Просто нет. Знаю вас по дому два, вы мудрые. Спасибо большое. Мне знакомые медики говорят, мне делать прививку. Кому верить? Я не знаю, кому верить, кому не верить. Это дело каждого. Решать, делать или не делать. Я никого не буду склонять, делать или не делать. Поэтому дело каждого. Каждый должен принять самостоятельное решение. Я смотрю, это знаете, как мне недавно какая-то женщина написала? Ирина Александровна, вы такая мудрая, можете мне посоветовать, что мне делать? Меня муж бьет, пьет, гуляет от меня, а я хочу родить от него ребенка. Вот. И я не знаю, что делать. А сейчас он вообще от меня ушел, а у меня уже подошло ЭКО. И я не знаю, как мне быть. Позвать его, простить, там, не знаю, уговорить, чтобы была такая возможность родить ребенка или что. Я ей ответила, как думала. Вы знаете, вы меня, конечно, простите, но в этой жизни нужно любить в первую очередь себя. А то, что вы творите со своей жизнью, это ужасно. На что я бы не стала терпеть такое отношение, я ей сказала. На что она мне через день пишет. Я была у психолога, и, между прочим, она мне сказала абсолютно другие вещи. И с таким укором, я думаю, так а что ты тогда у меня спрашиваешь? Ну иди так к психологу. В чем проблема-то? Сначала не можешь договориться сама с собой, не можешь сама своей жизнью распорядиться. А потом бегаешь по всем, спрашиваешь и находишь то решение, которое, в принципе, у тебя вот здесь есть. Просто ты с ним согласна изначально, и ты пытаешься еще у 25 людей спросить, чтобы они подтвердили, что ты права. Это неуверенность в себе. Надо быть увереннее. Привет с Алтайского края. Понравилась ваша ванная комната. Спасибо большое. Я вам еще сегодня вечерочком выложу видео в ленту, как там вообще в итоге получилось. Просто чтобы полный обзор сделаю, покажу вам. Я думала, если у людей есть свое жилье, они могут лететь туда. Уже не в отель летите. Походу, что не можем. Походу, не можем. Привет из Питера. Чартерные рейсы закрыты, просто нет. Регулярные рейсы тоже закрыты. Будут только 2 рейса в неделю. Аэрофлот и Turkish Airlines. Но я так понимаю, что это для особенной касты людей. Те, которые работают на... Как это называется? Северный поток или что там? Ну, короче... Те, которые по работе, по болезни, по учебе. В общем, те, которые имеют вескую причину для вылета в Турцию. Я от вас глаз сорвать не могу. Добрая, трудолюбивая, воспитанная, стройная и просто невозможная красавица. Счастье пусть будет вашим спутником по жизни. Наташа, спасибо большое.
Спасибо огромное. Турция супер. Вы правы на все 100. Да, согласна. У нас уже все очень... Дети прекрасные. Спасибо. Живу в Сочи, согласна. Сами летали отдыхать в Турцию. Зачем так худеть? Кошмар. Слушайте, зачем смотреть, если вам так кошмарно? Не смотрите, в чем проблема. Да, я иду покупать подарок Кирюше. Я с прошлого года не могу попасть тоже к дочери за границу. Тоже думали, в Турции встретимся. Опять ваучер не могу использовать. Отдых в Турции – это рай однозначно. Очень красивый район, спасибо. Тут, кстати, еще вот лес рядом. Сейчас покажу. Это вот торговый центр большой. А тут вот лес рядом. И вот он, этот район. Очень хорошо. Мне прям нравится. Красиво так держать. Так, ну что, ребят, я захожу в торговый центр. Нужно будет надеть маску. Как только выберу все, я вам обязательно выйду и покажу, как я дальше иду домой. Хорошо? Пока.